Я уверен, никто этого не знает. Это жесть. Но это стыдно, да. Она что, ебанулась, что ли? Всем привет, с вами Аурум, и сегодня хотел бы вместе с вами поотгадывать загадки Brawl Stars. Дело в том, что один подписчик мне прислал эти загадки и, мол, сказал: «Братан, ты на этом канале уже разгадывал загадки, у тебя хорошо получалось, но в этот раз чуваки вымочили что-то нереальное». Что они там такое нереальное вымочили, мне очень хочется интересно узнать. Я еще до этого, само собой, их не смотрел, поэтому давайте договоримся так. Если тебе зайдет загадки на канале Аурум ТВ, то прожми лайк. Оставь комментарий, что зашло. Напиши, пожалуйста, в комментарии, сколько ты отгадал загадок. И если ты реально отгадаешь все загадки, значит, ты реально супер-мега-про в игре Brawl Stars. Насколько же я про? Сейчас мы глянем. Готов? Поехали. Здорово! Ух, вы меня разозлили привет. Своими комментариями, что я, мол, нуб, и загадки мои легкие. Сейчас посмотрим, кто из нас нуб. Встречайте, суперсложная викторина по Brawl Stars. Воу-воу-воу-воу, полегче, я теперь начинаю понимать, почему мне это сбросили. Вопрос номер один. Сколько пуль выпускает рикошет? 5, 6, 7 или 8? Я не знаю. Я не знаю. 7, 6, 6, Б. Правильный ответ. 5. Блин, исходя из источника, на базе которого я делала это видео, рикошет выпускает за одну атаку 5 пуль. Какого источника? В игре же можно проверить. В смысле, какого источника? Не понял. А при чем здесь источник? Алло, она реально типа не играет в Brawl Stars? Второй вопрос. Какой урон у Эль Прима на 5 уровне? Вариант A. 432 на 960. Вариант B. 420 на 950. Вариант C. 478 на 1022. Вариант D. 416 на 916. Ребятки, при любых раскладах это дичь спрашивать о том, какой урон на 5 уровне. Серьезно, 5 уровне? Блин, сколько срет канадский лось в год, реально? Вот 13 раз. Почему 13? Потому что вот так вот работает. Я не понимаю. 5 уровень, Карл. Причем здесь 5? Скажи, либо на 1, либо на фуловом. Как? Никто этого не знает. Я уверен, никто этого не знает. Это бред это знать. Кто это знает, тот не знаю. Это жесть. Только люди, у кого фотографическая память. Зачем это вообще знать? Никто не следит за уроном на 5 каком-то уровне. Почему не на 4 спросить? Не на 3? Ну, я не знаю, давай... Понятия не имею. Вот ей-богу. Давай что-то типа Б, опять же. 420. Нажми на паузу, если не знаешь правильный ответ. Это не сложная загадка. Это немного странная загадка. You lose. Правильный ответ – вариант А. Опять А? Brawl Stars Вики говорит, что Эль Прима урон 432 на 960. Причем здесь Вики? Причем здесь Вики? А, еще, кстати, Вики может не обновляться от обновлению к обновлению, поэтому, конечно же, по факту нужно проверять внутри игры. Ребятки, залетите в игру и посмотрите, пожалуйста, так ли это, актуальны ли те показатели, которые она озвучивает, что они есть в Вики. Очень сильно интересно. Ну, блин, нужно зайти в игру и с игры же показывать, наверное. Ну, что за Вики? Вики, может, не обновлялась 10 лет. Ладно, давайте дальше. А, это музыкальная пауза, наверное. Третий вопрос. Сколько обычных, супер редких и эпических бравлеров в игре вместе взятых? A. 21. B. 22. C. 23. D. 24. Так. Да, если получается... тебе нелегко дается этот тест, пиши об этом в комментариях. Блин, ну опять же, Лек сейчас вместе с Амбер. Блин, я думаю, это 23. Правильный ответ, вариант C. Да!
подписывайся на канал, дружище. Самое интересное впереди. Здесь надо было просто впереди. Посчитать хромики. Вопрос но опять 4. Же, это, сколько пуль походу, здесь Амбер не посчитали, я думаю. Я думаю, здесь она не учла Амбер. Вариант A – 5, вариант B – 6, вариант C – 7, вариант D – 8. Понятия не имею. Опять, ты серьезно, вы знаете? А, стоп. Стоп, стоп, стоп. Тут подсказка на экране? 7. Нет, 6. 6B. Ответ B. Я опять же угадал. Стар Свики, Кольт выпускает 6 пуль за атаку. Ладно, это какой-то фетиш, походу. Ну, типа, показывать Вики, потому что можно было и там посчитать, если прям замедлить как-то жестко. Опять музыкальный вопрос. Сколько букв у всех персонажей Вимини вместе взятых? Вариант Что? A – 114, вариант B – 99, вариант C – 108, вариант D – 104. Да ну, это перебор, это издевательство надо мной. Аня, подсказывай. Спроси у Степы, что он думает. Короче, я думаю, вариант. Так как соточка здесь несколько раз. А, или типа 99, это красиво. 104 или 114? 104. Вариант D. Нет, вариант C. Посчитай сам и напиши, сколько у тебя получилось. Да бред, это считать. Ну кому это надо? Давай, ну блин, ну что за фигня? Вопрос 6. Сколько здоровья у Джесси на третьем уровне? Они типа поленились прорисовать как бы тут фон, да, типа, то есть, ну, типа впадло было какой-то китобой здесь кинуть, только розовое осталось. Сколько здоровья у Джесси на третьем уровне? Сколько здоровья у Джесси на третьем уровне? Опять вот этот третий уровень. Ну откуда вы взяли третий уровень? Ну никто этого не знает. Никто. И не нужно это никому. Это вопрос из ряда реально сколько всего букв. Вариант A. 3840. B. 3360. C. 3680. D. 3520. Ребят, я не знаю, подскажите мне, подскажите, пожалуйста, в комментариях, подскажите, ну это же жесть. Давай D, хорошо, D, вариант D. Say hello to my little friend. Ответ? Вариант D. Да! Смотри, вы не поверите, я отвечаю, я не смотрел, уровень. Я не смотрел этот ролик до этого, отвечаю, тут пальцем в небо. Но этого никто не знает, это бред. Что, у меня свет меняется? Вопрос 7. Сколько персонажей, чье имя начинается на S? A. 1, B. 2, C. Спайк. 3, D. 4. Спайк. Я только одного знаю. 1. Правильный ответ. Вариант C. 3. Ну, кто? Давай посчитаем давай. Вместе. Спраут, Спайк, блин. Сэнди. А, это стыдно, вопрос да. Вопрос 8. Сколько персонажей, чье времени. Имя начинается на B? Барли. 5, 6, 7. Тик, Биби. Или 4. Биа. Брок. Четыре. Би. Правильный ответ. 6. Бу. Считаем. Бу, Брок, Бо. Бо, Барли, Бе, ну, это ладно, Биби. Это уже интересно. Убедился? Бо. А теперь последний вопрос. Для самых продвинутых, крутых и профи-игроков. Это вы, на какую я. Кнопку нужно нажать, чтобы использовать базовую атаку? Вариант A – красную. Вариант B – красную. Вариант C – красную. Вариант D – красную. Она что, ебанулась, что ли? Запикай это, пожалуйста. А, здесь с ошибкой просто написано. Правильный вот, ответ – C. C. Если что, вопросы к учительнице.
Ну вот, немного поразминали извилины. Молодцы. А теперь го в комменты, пишите все свои отзывы и впечатления. Я готова на все. Подписывайтесь. Прям на все, что ли? Жалко, что я жена. Слушай, жалко, что Аня за кадр досит. Она все контролит, а так, ух, на что ты там готов. Ладно, ребят, на самом деле было много объективно странных вопросов. Особенно меня убили про вот этот третий, пятый уровень. Это не катит, согласись, это прям бред. По поводу количества букв, это тоже какая-то жесть. Но вот бравлеры с определенной буквой, это было интересно, бодряще. Последний вопрос, это был на любителя, потому что я сначала вообще не понял. Но, ну ладно. Такое определенное чувство юмора. Ребятки, напишите в комментариях, сколько вопросов, на сколько вопросов вы дали правильный ответ. Ну, даже если вы угадали, может, фарт. Знали ли вы, вот, сколько ХП у кого-то там на пятом или третьем уровне? И стоит ли мне дальше продолжать загадывать разгадки? Блин, ну что со мной? Я после этих загадок немножко сошел с ума. Поумнел, наверное. Короче, подписочка, лайкосик и ваше мнение в комментариях. Пока, ребят.